Воздуха наберите, так живут обычные британские пенсионеры. Вот так, 80 километров к северу от Лондона. Живут пенсионеры или уже к пенсии подходящие. Примерно 7 из 10 семей – это пенсионеры. Люди, которые уходят на покой, вот живут вот так. У кого большие машинки, у кого-то маленькие. Все ухожено, как видите. Вот так и гольф, и ауди. Все живут как могут. Газончик спорядкованный. Никаких заборов, никакого мусора. Все убрано чистенько. У каждого свой насосик, пылесосик, машинки. Дорога спорядкована. Работает свои люди, которых нанимают. Дома все, как видите, тоже тут одинаковые, как и машины. Отдыхает человек, вот, пенсионер с гаражом, с велосипедами. Прекрасно, государство позаботилось о людей, которые всю жизнь платили налоги. Порше кого-то и простой мерседесик. А дальше такие же самые дома. Дальше вот снимаем. Другая улица. Идет вокруг, опять же, маленькие, небольшие машинки. И эти все дома были построены в 45-м, 46-м, 47-м годах после бомбежки нацистов. Отстроены такие же самые, как видите. Никто ничего больше не достраивает. У всех одинаковые, как бы, права, у всех одинаковые условия жить в таком доме, который был построен больше 60-70 лет назад. Видите, в идеальном состоянии. Дорога вот построена. Новая. О, бар. Теннисный корт, ворота. Мерседесчик маленький стоит. Это на одну семью. Кусты, зелень, трава, цветы. Все ухожено. Вот так живут пенсионеры. Скрепной, загнивающей. Англии никаких им не надо скрепов, никаких им не надо завоеваний. Живут себе отлично. Просьба заварить чайный пакетик еще раз и отнестись к этому с пониманием.